Доброго времени суток, дорогие друзья! В этом видеоролике мы вам покажем, как настроить экран блокировки на телефоне Xiaomi Mi 9 SE. Для того, чтобы это сделать, вам нужно перейти в приложение, которое называется «Темы» и которое всегда по умолчанию предустановлено на всех телефонах Xiaomi. Мы заходим в него. Дальше. Мы видим очень много разных тем. На наши телефоны мы выбираем, какая нам нравится. Например, мне нравится вот это. Дальше мы нажимаем на зеленую кнопочку «Установить». Ждем несколько секунд, пока тема установится. Это будет зависеть от вашего интернета. Дальше вы видите здесь надпись «Экран блокировки», «Рабочий стол», «Система» и «Значок». Мы убираем галочки везде, кроме экрана блокировки, так как мы хотим изменить только наш экран блокировки. И давайте я вам покажу сначала, как сейчас выглядит наш экран блокировки. Вот таким образом. Мы вводим пароль. Нажимаем «Применить». И теперь, после того, как мы применили, наш экран блокировки изменился, полностью стал другим. Если вам не нравится ваш экран блокировки, вы в любой момент можете зайти в это меню, выбрать темы и установить классическую тему. И, как видите, все вернулось к самому начальному. Или таким самым образом вы можете установить другую любую тему по вашему вкусу. Также, что еще хотел бы вам показать. Мы можем изменить на экране блокировки уведомления. Например, мы заходим в уведомления и экран блокировки. И теперь мы можем настроить, как мы хотим получать уведомления на экран блокировки. Например, мы можем показывать уведомления полностью на экране блокировки. Например, если вам кто-то напишет сообщение, то текст сообщения будет написан на этом же экране. Или вы можете только видеть уведомления без какого-либо текста. Или вообще выключить все уведомления на экране блокировки. Также вы можете это сделать не для всего телефона, а только определенному приложению. Например, мы заходим в заметки и можем на экране блокировки запретить или разрешить показывать уведомления с заметком. И это все, что мы хотели вам показать в данном видеоролике. Спасибо, что смотрели. Надеемся, мы смогли вам помочь. Ставьте лайки, пишите отзывы в комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и всем пока!